Ульяновской области открылся 18-й международный форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Мероприятие, которое продлится несколько дней, стартовало сегодня в Ленинском мемориале. На открытии присутствовали более 200 гостей и участников. Молодых литераторов, экспертов, редакторов литературных журналов, критиков, руководителей издательских домов лично приветствовал глава региона. Проведение у нас форума молодых писателей – это вполне закономерное решение и, наверное, если вы не скажете другое, подтверждение наших успехов. Форум дает возможность молодым авторам до 35 лет заявить и представить свои произведения, получить рекомендации признанных экспертов. Участники обсудят актуальные темы современного литературного процесса, проведут профессиональные мероприятия, да и просто получат положительные эмоции. Сюда приезжаешь в тепло, в теплую дружескую обстановку, где совершенно другие энергии правят бал, и тебе вот качаться на волнах этой энергии просто очень клево и здорово. Проведение форума в Ульяновске особо значимо для региона. Это новые возможности в развитии литературных традиций и поддержании молодежного резерва культурной политики России в целом. Моя главная, конечно, цель – это лучше писать. Так или иначе, я приезжаю сюда для того, чтобы попасть вот на мастер-классы к таким прекрасным мастерам и настроить, да, вот именно свой внутренний фокус. По итогам работы форума руководители мастер-классов рекомендуют лучших к поступлению в Литературный институт имени Горького. Многих из них напечатают в толстых журналах. Лучшие книги переведут на иностранные языки. Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ сформирует и представит в Министерство культуры Российской Федерации список соискателей для назначения государственных стипендий в номинации «Молодые таланты России». В этом году поступило много заявок, 563 заявки от молодых ребят с 73 регионов России и 11-13 стран СНГ и зарубежья. Мы из всего этого большого количества пригласили на форум 140 человек. Знакомство с молодой литературой самого широкого круга читателей пройдет в 9 муниципальных образованиях региона. На площадках домов культуры и библиотек состоятся 12 творческих встреч с участниками форума, как молодыми авторами, так и именитыми писателями. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новости Ульяновской правды.